Всем привет. Иногда бывает вот такая беда, которая получилась у нас. Нужно нам снять декоративную заглушку, чтобы поставить сюда петлю для навешиваемой дверцы, но снять мы ее не можем. Вот по такой причине. Как вы видите, шлицы уже сорваны, места живого нет. Что мы делаем в такой ситуации? Сколько уже было выкручено таких шурупов, шпилек и болтов, но каждый раз я сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Это покупка экстрактора. Потому что хватает этих экстракторов на один раз. В этот раз я купил вот такой набор. За 440 рублей, если мне память не изменяет. В отличие от других наборов, здесь есть вороток. То есть продаются наборы, содержащие в себе просто экстракторы. С воротком-то куда лучше. Вот такую вещь применять не рекомендую. Имею в виду шуруповерт. Потому что вырвать может экстрактор. Очень просто. Итак, это первый вариант. Это наше производство. В смысле, как наше? Поставщик наш, производитель Китай, как обычно это и бывает. И вот второй вариант. Немецкого производства. Сделано в Германии. В этом случае мы будем использовать самый маленький размер. Здесь он обозначен как... И здесь один. Он обозначен тоже как один. Подходит для размера М3, М6. То есть вот такой вариант. Соберем. Попробуем, входит у нас или не входит. Надежно фиксируется или ненадежно. Сейчас проверим. Взять сверло. Так, давайте пока это уберем. Нам это не надо. Нам нужно будет взять сверло меньшего диаметра, чем есть у нас экстракторы. Просверлить, затем вставить в него экстрактор и, соответственно, выкручивать. В принципе, ничего сложного. Давайте попробуем. Берем шуруповерт и высверливаем посадочное отверстие для экстрактора. Не можем поставить более ровно. Мешает нам батарея, которая стоит рядом. Но, тем не менее, попробуем. Обратите внимание, не пробуйте до фанатизма просверлить его как можно глубже. Теперь, рассверлив посадочное, берем сверло меньшего размера. Вот такое. Меняем вот на такой размер. Рассверливаем дальше. Постоянно я замеряю, когда сверлю посадочное. Потому что иногда требуется достаточно маленькое, не очень глубокое, а иногда достаточно глубокое. Зависит в основном это не столько от экстрактора, сколько от винта, который мы выкручиваем, от материала, из которого он сделан и так далее. Еще немножко. Пробуем еще. Так. Нам мешает немножко батарея, труба, поэтому не знаю, как получится. Но потихонечку начинаем выворачивать. Придется переставляться постоянно. Не есть хороший вариант.
вот и все. Можно выкрутить уже фактически руками. А пока ничего не дается. Вот такая история. Справился немецкий, в этот раз он не подвел. Молодец. Как вы видите, немножко косо он стоит, потому что нам мешала батарея прямо засверлиться. Сейчас я его сниму и посмотрю, что у нас там внутри, как у нас зацепилось, как у нас получилось так быстро его вывернуть. Итак, зажмем и вывернем. Чтобы его вывернуть, если он не выворачивается, сначала в противоход, а потом уже по резьбе. Вот так выглядит наш винтик. Просверлили не очень глубоко, миллиметров, наверное, на 8. Но этого оказалось достаточно. А сейчас посмотрим на сам экстрактор. Как он выглядит. Сорвало, не сорвало у него резьбу. Насколько видно, повреждения все-таки есть. Ну, не такие большие. Я думаю, еще на раз хватит. Ну, может, максимум на 2. И можно будет выбрасывать. Кстати, ценник у него 237 рублей. У автодела 440, по-моему. Но автодело так и не вступило в дело. Вы знаете, в зависимости от стали, как я думаю, более мягкая или более твердая, может подойти либо вариант с мелкой резьбой, как у немецкого экстрактора, или с крупной резьбой, как у китайского-нашего. Пробуйте, ничего сложного в этом нет. Успехов вам, удачи!